А почему меня не кидают не вот сюда вот? Меня на Канисе сюда вообще почти не кидают. Самая лучшая позиция, которая может быть у Райзера. Кротовуха на Аире, Снюсмумер на экономике, Захафнер на миде. Но у меня позиция говна. Против меня играет Крис, Тапочек, ТикТокер, Циркасьян, Бейли, Пэк. Ну, это все средние игроки. Тут все, кто сидят. Вот с ними. Вот это сейчас будет лобби интересно. Хотя бы. Go Fast Paragon. Fast Paragon. Ну, давай попробуем. О, я сделал. Но оно исчезло. Видел? Очень быстро. За миллисекунду. Я сделал Fast Paragon. Так. Гигио 50 рейта получил за игру с тобой последнюю, нормально у него рейд забалансится. Да, но я не хочу страдать еще 5 игр, понимаешь? Пусть играет пока что с кем-нибудь, там, не знаю, с Бананом, каким-то Санекиным вот этим вот. Просто, ну, я не хочу, понимаешь? Мне неохота терпеть. Мне кажется, если попадется в мою команду, тебе тоже не захочется терпеть. Это, мне кажется, нормально. Ну, так сказать, мнение. Никто не хочет терпеть. Ну просто чел играет на 2К. Мы все это знаем. Сидим и это... охуеваем. Ой, ты на меня бомбил, что я из-за Исака ливнул, а со мной ж из-за Гигио. О, ну ты сравнил, бля. Исака и Гиге. Я тебе... Исак не играет на 2К, я тебе с чего про это говорю. Я не ною то, что... Я просто констатирую факт. Я же не ливнул, как вы ливнули. Я сидел, терпел. Хоть мне это не нравилось, хоть я и понимал, что мы, скорее всего, проиграли ту игру. Но я сидел и терпел, блядь. Потому что чё мне, блядь? Потому что зрители, как бы, не охота портить никому игру-то. Как там, твоими словами, попался Гюгио против тебя, делай приколы камдропы, например. Ну, я сделал всё, что мог. Мы игру сломали на старте. Я сделал все, что мог. Проиграли вы не из-за Гигио. А из-за кого мы проиграли? Из-за кого, блядь? Ну скажите, из-за кого нахуй? Просто на кого-то страт прилетел, а другой кто-то слил свои страты. Не, ну просто, пацаны, я Почему еще раз... Почему я должен проигрывать и терпеть из-за союзника дурака? Просто я... Я им говорю, блядь, я не буду клоунаду играть в следующий раз.
Вы захотели клоунаду сыграть? Вы сыграли, все. Я, блядь, в следующий раз ее не буду играть. Я вот лучше, блядь, Канис сыграю. Опа. Ган? Да не, там ничего нету. Как-то такая же клоунада была, я не стал терпеть это. Ну ты не стал, вот и все. А я встал. Потому что у меня, блядь, есть ответственность какая-то перед теми, кто меня смотрит. Че, я, блядь, буду каждую игру, что ли, ливать, что ли, нахуй? Мне вот не понравилось, что чел, блядь, не делает место типа экономики. Ты даже можешь реплей включить и посмотреть, что делал тип. Намеренно руинил мне. Охуенно. У меня вот вместо мида чел решил тоже нихуя не делать, и чё? Вместо экономики у меня тоже нихуя не делают, и чё? Чё теперь-то, блядь? Вливать будем из каждой игры, или чё? Ой, блядь, каймышек срекламили. Ой, блядь, всё, пизда, ливаю. Вы реально уже становитесь Санекинами на самом деле. Который, блядь, из-за леса ливает, блядь. Это же реально уже мем. Просто мем. Еще раз ничего не делать и красть ресурсы, мешая выиграть игру, это разное. У босса там тоже ресурсы воровал. Минус 700-ник. И что, он а же... А что он делал? Он же не ливнул. Тебя пиздил. А что еще? В общем, бля, пиздуй нахуй вас. Я сказал свое мнение. Спорить тут вообще нет смысла никакого. У тебя пацан неопытный, а мой на опыте идет осознанно руинить. Возможно, скиньте, возможно. Ничего не делал, сломал весь лес, спиздил камни, не сделал радар и аэр и не качался на ту массу, которую похерил. Ну, мне эта позиция еще не нравится, то что реклейма вообще пиздец мало на ней. 4000 масс только собрал, когда вот с этих позиций можно по 8, по 9 тысяч собрать. И сидеть кайфовать. Да. Да. Да.
Почему через Alt не реклеймишь? Потому что мануально пизже. Больше массы забираешь. Мануальный реклейм, он пизже. Запомнить. Через Alt очень долго реклеймить. Да кто лагает-то? Запомни, есть три типа людей. Гандшипы, пидор и еврей. Бля. Там турелька встала. Надо убить. Одну потеряли. Алло, убей, 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 добей. Говно. Вот это сначала, потом вот это и вот это. Уже говно. Одна турель просто два этого. Два ховера убила. Там турель встала, это два. Церковь Кассиана. Да это кто лагает? Что-то очень прерывно дергалась вот эта хуйня. Заверчаржили. Собаки. Она лишняя пока что. Как же массы не хватает, просто. Здесь не зареклеймил чел. The Hafner. Надо зареклеймить. Да, лагает тапочек. Я не знаю, кто лагает. Не замечаю. Вроде дата у всех нормальная. Кто-то прям вот так подвисает чуть-чуть и потом продолжается. Вот видите, дата нормальная. Как ты-то три мекс, а поешь, конечно, нет массы. Ну надо, чтобы их было масса, понимаешь? Потому что без массы это тяжело. Там и Элка, там АДшка есть, точнее. Это хорошо, что я там АДшку сделал. Так, там у них АДшка есть. Вау, это два танки, это мощно, кстати. Что-то я переоценил свои силы. Крис решил отомстить. Надо собрать массу. Система
enabled. Assistant enabled. Commander under attack. Danger under attack. А, там уже боты-снайперы. И у тапочка 3-3 меха. Че себе он крутой. Он сейчас чел. Чел сейчас сдохнет, блин, у нас. У нас страт есть. Это хорошо. А, у тапочка здесь занятая позиция. Я думал, почему у него мест массы больше. Он занял эту позицию. Надо идти туда. Отбиваться, это один спама. Вы как дуршлаг. Что это значит? Что значит дуршлаг? Первый раз такое слово слышу, блядь. Фак. Ни хрена там спама идет. Как я вовремя этот реюнита вышел. Это от кого вообще? От тиктокера, прикиньте. Тиктокер у них вместо Аера решил спам пойти. Мощно. Макароны ту, куда скидываешь после варки. Вот это оно. А-а-а. Вы макароны через что процеживаешь? Я макароны ни через что не процеживаю. Я их сам не варил. Ни разу. Только пельмени. Да и то, я макароны же, бля, не вермишель типа беру, если варю сам. А эти, как сказать, как они, блядь, правильно называются? Ну, которые типа не вермишель, в общем, так скажу. Бантиком, которые. Ой, и ком идет сюда. Не, пельмени не в чайнике варю. Короче, дырявые вы. Осуждаю. Скилл это крышкой контролировать слив воды. Да. Пельмени случаем не в чайнике варишь. Не-не-не. Дёфлинг крепче делайте. Там тело идет, кстати, с нано. Там нано. Это опасно. Это нано идет. Надо кротовухе идти помогать. Он вкачал на Кенти. Но он сдох. Он сдох. Хотя бы так, друзья, хотя бы так. О, меня, прикиньте, хотели ТМЛ-ками заснайпить.
Вот же СКА. Собаки. Или ММЛ-ки эти были. Это ММЛ-ки были, ладно. Пулшер. Как обычно, босс играет как этот с нано. Лол. Че у нас тут как? А, у нас тут все хуево, да? Наши справа не давят. А нас давят прям жестко. С картоухой. Ваши попки под напряжением. Ага. Блин, там уже это три зенитки, тапочка приплыли, бля. Было... Fucking good. А чё Хафнер у нас сделает? Нихуя, но да. Нихуя. Там паучок рашится. Бля, как же они жестко напрягают всю игру у нас. Пузырёк, мой любимый Т3 юнит, он дамажит и реклинит. Да, имба. Я считаю. Имбала. Энергетик имба, ребят, помните? Но за Айон играть не люблю. Это как? Ну там у тапочка сейчас экспа встанет. Какая-нибудь уже. Уже, наверное, встала. 20-я минута. И чё? А у Хафнера... У Хафнера тут первый Т3 мех встал. Айон в целом говно, как по мне. Юнитов полно, а толку от них так себе. Ну, аврорки говно, да, я согласен. Но остальные-то нормально. Блейзы. Ну, блейзы тоже кал. Полный причем. Блейзы калище. Нужны скауты. За Эон тяжело на Т1 стадии играть. Я Т1, я второй. У тапочка 3 базы. Фак. Ну это очень фигово, ребят. Очень фигово. ТМЛ-ки. ТМЛ-ки. Авсила, Кебран, могила. Айон лохам, Сера пацанам. Ауе пацан. Опять тема пошла, да? Осуждаю.
Паук сдох, да? Там и то-то. 100%. Ау. Осуждаем. Наконец-то я пробился сквозь боль бункеров. Айон любит воду, Кибран свободу. Жизнь пацанам, да? Всех, кого система загубила, посвящается. Тапочек здесь... Зениточки строил. Тапочек какой. Мне нужны скауты. Куда мне идти экспой? Если там экспа стоит, смысл мне туда идти. Там делается. А, там только делается? Серьезно? О май год, сейчас будет больно кому-то. Бабу с тупой до сих пор, если что. Осуждаю, осуждаю. Ой, сейчас будет больно, тапочки. Там он ПДшечки делает. Сначала мы убьем Мексики, потом ПДшечки. А потом мы будем убивать тапочка. ПД, 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 друзья. Вечер в лобби. Давай, блять, ПДшки, уебайтесь, прошу вас. О. Надо ПДшки убить ему. Это самое важное. Вижу, 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 вижу. Тапок минус. Ну все, победа. Победка. Я думал, там экспа есть, а у него нет экспы. На 24-й это как? Это вообще как, ребят? Это легально? Скучная катка. Нихера себе не скучная, ты чё? Видел, как нас вначале давили? Прям до сюда задавили. Кротовухи все мехи прорейдили. Тапочек соло бы опять вытащил бы, если бы я его не убил. Сейчас бы экономику бы наспамил здесь на 15 человек. Зови Сидаджи играть. С Сидом буду в субботу играть. То есть завтра. И в воскресенье. Получается и послезавтра. Не дуал веб, значит скучная. Ну да. Хоть я осуждаю. Осуждаем. Кстати, ветеранство было. 28 тысяч у колосса. Собрал нубасов, которые мексы только научились, а фатив стояла, вы играете. Осуждаю. Тапочка нубасом называете, попробуйте с ним постоять. А дуал гэп будет? Да, будет. Это я так, разнообразие сделал, чуть-чуть. А сетон? Может даже сетон. Посмотрим.
что хотят больше зрителей, то и будем играть. Я не про тапка. А про кого? Тапочек нас всех соло переиграет, если что. Если он захочет, то нас всех переиграет здесь. Ой, ПДшек много, ПДшек. А ладно, похуй, погнали, кому убьем. А рандомайзер. Циркасиан минус. А он еще отцу. Блин. Сколько у меня мексов? Ой, сакушек. Сколько я успел построить? 7? Ну такое все. Один колосс выиграл игру, получается.